В Грозном во дворце торжеств имени Даугана Амаева прошла торжественная церемония закрытия Дней культуры Южной Осетии в Чечне. В концертную программу вошли хореографические и вокальные номера государственного ансамбля «СИМТ». Чеченскую республику и республику Южной Осетии связывают добрые, сердечные взаимоотношения. На первый взгляд мы абсолютно разные, но при этом очень похожи тем, что горячо любим свою родину, верны своему народу, истории, культуре. Указом главы Чеченской республики Рамзана Кадырова ряд деятелей культуры Южной Осетии были удостоены высоких званий. Министр культуры Рада Загоева была награждена медалью за заслуги перед Чеченской республикой. Также Кадыров присвоил почетное звание «Народный артист Чеченской республики» солисту мужского хора госансамбля «СИМТ» Иналу Алборову. Ряд деятелей юго-осетинской культуры удостоились званий «Заслуженный артист Чеченской республики» и «Заслуженный деятель искусств Чеченской республики». Творческим коллективам Южной Осетии были преподнесены подарки от главы Чеченской республики. Мне было приятно и волнительно принимать у нас в Грозном министра культуры Раду Загоеву, написала на своей странице в телеграм-канале министр культуры Чеченской республики Айшат Кадырова. Лена Газаева, Оксана Татаева, информационный выпуск сегодня.